Здесь происходит, что Сережа пока что побеждает. Обычный 8-летний мальчик играет со своим младшим братом. Ничего необычного, на первый взгляд, в Саше Пушкареве нет. Мальчишки, идемте пить чай. С этих слов мамы, каждый из мальчишек сам за себя. За столом у ребят строгое разделение. Одному шоколад, а другому пряники. Все от того, что у Саши пищевая аллергия. На холодильнике список и съедобных, и несъедобных продуктов. На цветение некоторых трав, которые цветут в мае и летом. И самое ужасное, это то, что у нас аллергия на яйцо и на пшеницу и рожь. А это значит, что очень многие продукты Саше есть нельзя. Даже из яйца получаются прививки для детей. То есть ему даже прививки ставить нельзя. Первому сигналу о возникновении аллергии, детскому диатезу, Сашины родители и врачи не придали значения. Людмила Тисленко, аллерголог-иммунолог, говорит, что именно в раннем возрасте у детей проявляются признаки так называемой ложной аллергии, которые могут вызвать осложнения. Это бывает у маленьких детей, у которых ферментативный аппарат еще несовершенный, и многие продукты не расщепляются до конца. А организм их воспринимает как ложные аллергены, как псевдоаллергены. И вырабатываются определенные клетки, и развивается подобная аллергическая реакция. По мнению Людмилы Николаевны, внезапные кожные высыпания у детей ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. На что кожа ребенка отреагировала покраснением, можно выяснить с помощью ведения простого пищевого дневника. 2-3 каких-то продукта, которые считаются малоаллергенными продуктами. И значит, употребление этих продуктов несколько дней. И записываются результаты, как на коже, есть ли зуд, есть ли свежие высыпания и так далее. Значит, если все хорошо, эти продукты переносятся хорошо ребенком или взрослым, и подключается еще один продукт. Определить аллергены таким способом возможно лишь через 2-3 месяца. Более скорый результат даст тест на коже ребенка. Его проводят детям с 3 лет, а у более младшего возраста выявляют аллергены по анализу крови. Даже по крови, когда мы определяем, не всегда бывает достаточное количество вот этих вот специфических антител, которые мы определяем по крови. Они еще не выработались в таком количестве, и получается, что теоретически мы можем выявить аллерген, но практически не всегда получаем положительные результаты. Кормить детей согласно их возрасту. Соблюдение этого простого правила поможет предотвратить возникновение ложной аллергии. Продукты, содержащие консерванты и канцерогены, лучше вовсе исключить из рациона детей до 3 лет. Они только способствуют развитию аллергии. Также обратите внимание, какую реакцию ребенка вызывают особо аллергенные продукты – яйца, рыба, икра и цитрусовые. К сожалению, на сегодняшний день пищевая аллергия не лечится. Только смысл в том, чтобы нужно выявить и исключить. Ситуация с второклассником Сашей Пушкаревым, врачи говорят о возможном излечении. А пока что его маме приходится проявлять фантазию на кухне и соблюдать строгие кулинарные границы. Вот один из способов, как можно эти границы расширить. Мы сейчас будем готовить тортилья из кукурузной муки. Для этого смешиваем кукурузную муку, воду, масло и немного сахарной пудры, так как делаем десерт. Бывает тортилья, с которой делается пресный вкус. Это для горячих блюд, которые готовятся с овощами или с мясом. Полученное тесто следует оставить на час, а затем слепить лепешки и поджарить. Начинка послужит слегка обжаренные фрукты. Яблоки, бананы, виноград, груша и ягода. Один вариант десерта делаем исключительно фруктовый, а другой с добавлением творога. Приятного аппетита!